Всем привет! Мы продолжаем играть Talos Principle. И мы в прошлый раз закончили пятый мир без звездочки. И сегодня начнем шестой, где всего три сигила, никаких звезд. Да. Кстати, давайте заодно глянем, что будет нас ждать в седьмом. Ага. Две звезды и желтые красные сигилы. Отлично. Так, для третьего этажа нам не хватает 5 сигилов. Красных здесь 2. Здесь 1. Ага. И похоже, один у нас в запасе. Так, то есть у нас всего 4 будет сигила красных. Все равно нам придется открывать храм С. Ну ладно. Какое тут эхо. Давайте осмотримся, чтобы ничего не упустить. Я ищу слова, чтобы описать это, но у меня не получается. Явное ощущение, что на грани моего понимания что-то идет очень-очень неправильно. Я чувствую, что не предназначен для этого мира, но не в состоянии познать альтернатив. Обрывалок. Да. Я компьютерная программа. Ты компьютерная программа. Элохим компьютерная программа. Смирись с этим. Хейстенштейн. Ну, короче. Испытания и мир небольшой. Ух, какое тут эхо. Что является более жалким? Это поверхностная концепция мира, полигон этого идиота, или то, что я продолжаю решать его задачки за неимением лучшего занятия, док? Это еще не все. Посмотри, что мы делаем. Мы решаем проблемы, проходим испытания, совершенствуем себя. Некоторые из нас сдаются раньше и их заменяют, но ты и я, мы все еще идем. Мы все ближе к концу. Эти двое продолжали идти. И, скорее всего, пытались... Ну, Шип точно был в башне. Мы видели его записку там. А Док... Вот не помню, но, кажется, тоже был. О. Амон-Ра? Вас я не помню, мадам. А, ну здесь... Они же. Так... Там уже, вижу, ползает кое-что нехорошее, поэтому пойдем сюда. Ага. Перекрестная задачка. Вы пробовали скрещивать лазерные лучи? Я пробовал. Так, но звезд нет, так что беспокоиться не нужно. Так, ага. Привет. Угу, вижу. Только к нему не подобраться. Ну, допустим. А, вот в чем дело. Я вас понял. Ну, хорошо. Ой. В чем дело? Ага, только вот так, да? А, не, стойте. Вот. Хотя нет. Ладно, посмотрим. Сначала откроем.
Еще один. А еще-то могу? Могу. Здесь повыше. Ну хорошо. Как их много. Ну, допустим. Ай-ай-ай-ай. Мне его отсюда даже не видно. Ну, не суть. Вот. Все, я понял. Ну, хорошо. Тогда пока будем просто собирать деактиваторы. Тьфу, коннекторы, извините. Итого у нас целая куча коннекторов. Давайте думать. Проблематично. Ну да, в принципе, это не сложно. Просто под правильными углами. Непонятно, что она может открыться, но... Ну что ж, идем дальше, сюда. Только окна и двери. Минимализм, однако. Так, понятно. Ага. Так, ой-ой-ой, сколько у вас тут? Так, не минимализм, слишком много дверей. Они, в принципе, есть. Ладно, давайте смотреть. Интересно, зачем тут лестница? Ну ладно. Ой. Так. Все-таки оно так не работает, а жаль. Ну хорошо. Отсюда не видно. Сейчас попробуем. Хотя нет, это не поможет.
мы сейчас можем застрять. Здесь нам ничего не нужно больше. Теперь нам надо провести сюда. Так. А где Сигил? Ага, вот Сигил. Вот окошко для него. Ага. Допустим. Вот еще коннектор. Так. Толку от этого окна. Ладно. Ага. Вот так вот. И не видно ничего. Но там лишних нет коннекторов. Нет, только так. Прошу прощения. Нас накрыло. Так. Не, конечно, замечательно, но как бы. Понял, для чего лестница, чтобы быстрее выйти. Остался последний красный сигил. Египетская рука. Египетская сила. Да.
записочек нет. Ничего нет. Ага, это те, которые замерли. Нет, не замерли. Значит, показалось. Ага. Спрятался. Так. Ну, допустим, но... Ага. Ой. Ясно, понятно. Нас хотят убить. Ой! Это было глупо. Ну ладно. О, записочка. Все, вот правильно, уходи. Уходи. Ой. А я не совершаю глупостей. Большую глупостей. Честно. Да, один. Ладно. Весь этот мир пустыня. Даже те места, которые кажутся живыми, всего лишь груда песка. Все умерло или умирает. Любой, кто скажет тебе иное, лжет, док. Ты все пессимистичный. Ё-моё. Вот это очень плохо. Вы издеваетесь. Ну ладно, сейчас посмотрим. Да нет, я тут никак не проскочу.
или поскочу. Ну что ж, мы с вами прошли шестой мир. Это было не очень-то и легко, конечно. Но в основном из-за того, что я тупила. А так... Не, на самом деле не сложно, ладно, да. Просто надо быть очень аккуратным. Ну что ж, мы здесь закончили, уходим. Угу. Спасибо. Ты тоже мне палки в колеса вставляешь? Ого! Ну что, давайте рискнем. Вот скотина. Так это ты был? Ну что ж, скажем, но может быть совсем искренне. А впрочем, ладно. С этим, я думаю, понятно. Человека никакого не было. Скотина. На то он и лукавый. Человеческий мир. Как тебя зовут, думаю, глупо. Что я такое? Как мне выбраться? Что наверху башни? И не о чем тебя спрашивать, что ты такое. Ой. Так. Ну, я не знаю даже. Что я такое? Думаю, не особо стоит спрашивать. Это так, в общем-то, тоже понятно. Как тебя зовут, глупо? Как ты место связан с человеческим миром? Ну, очевидно, что особо никак. Не, догадываюсь, но... Вот остается только вот эта колонка, по сути. Как мне выбраться отсюда? Ну, думаю, глупый вопрос. Что наверху башни? Или что ты такое? Наверх башни мы и так стремимся, но... Ладно, хочу узнать все-таки, что он такой. Ага. Программа архивации это была эволюционирующая. Ну, зашибись. Ну, поздравляю, мы поссорились со всем, с кем можно. И мы здесь, по сути, одни. Ну, как, собственно, изначально было. Скорее всего, даже Док и Шип мертвы. Ну что ж. Думаю, на этом мы закончим. Войдем в седьмой мир, послушаем, что нам Элохим, возможно, скажет, не знаю, так это или нет.
раз даже он считает башню безумной, этот архивчик. То нам действительно стоит туда идти. Ох, как тут много всего. Милохи молчит. Я нашел только один голос с разума в этом мире, в компьютерном архиве, и кажется, мы становимся близкими друзьями. Ага, док. Не дружи со змеем, ибо он проникнет внутрь тебя и посеет зерна сомнений. Опять Фейт. Я думал, он умер. Надежды нет, все время загнан в угол, вокруг стены. Даже там, где, казалось бы, есть свобода, сплошная ложь, невидимые стены, выхода нет. Снова обрывал. Кто позвал сюда этого парня? Аркай. Никто не звал. О, спутник. В первую ночь, когда я узнала, что все закончилось, я вышла посмотреть на звезды. И я подумала, что где-то там наверху есть построенные нами станции и запущенные нами зонды Voyager 1 и Voyager 2. Они за пределами нашей Солнечной системы. Они продолжают свое долгое путешествие по межзвездному пространству как памятники нашим стремлениям. Они посланники, пережившие свою родину. А потом я подумала, если они все еще существуют, то, может, и мы не исчезли? Если техника — это продолжение человеческого тела, то пока она работает, мы все еще есть. Угу. Ух. О, как тут много всего. А мы добежим до какой-нибудь из них? Ведь об этом и говорил тот парень насчет. Ясно. Нас просто будут ослеплять. Угу. Однако реально мир гигантский. Имитирует свободу, но на деле понятно, что ничего нет. А? О, нашли. Так, ну, читаю на паузе. Все-таки очень много текста. А, вон еще записки. Вопрос. Предположим, чисто гипотетически, что все это неспроста. Вселенная машина, включенная, оставленная давным-давно. Как мне объяснить, что я вижу? Шип. Может быть, ты задаешь неправильный вопрос? Предположим, у тебя нет никакой возможности это объяснить. Шепард. Может быть, не самостоятельно. Зависит от того, поставлена ли эта машина на цикл и какую задачу она призвана решать. Always right. Если ты пытаешься перехитрить парня в архиве, ответ будет – ни один из вышеупомянутых, док. Понятно. Все пламились, облукал, как и мы.
Ничего. Ну, получается, мы ему немножко нагрубили. Но, с другой стороны, он сам был не шибко вежлив. О. Ну что, скажем что-нибудь мне? Извините. Алло? Ну, ты что, все устали, когда мы закончим? Самое логичное послание, последнее. Так, что у нас здесь? Пустота. А? Я вижу записочку. Выхода нет, выхода нет, выхода нет. Обрывалк. Да, да, да. Да. Это что? Еще воспоминания, сразу два. Ого. Что делать, если на решение проблемы не хватает человеческой жизни? Возможно, в этом вопросе скрыта вся суть цивилизации. Единственный ответ, который приходит мне в голову, это запустить процесс. Создать условия, при которых решение будет приходить независимо от тебя. Но это требует тяжкой жертвы. Нужно отказаться от желания присутствовать, быть в центре системы. Участвовать в проекте цивилизации значит принять смерть. Алекс, ты такая смешная. О, мы звезду нашли. Еще одна огромная пирамида. Какими безумными амбициями нужно было обладать, чтобы построить такое, собака? Это просто большая груда камней, док. Да. Ну ладно. Короче, сюда нужно что-то поставить. Что-нибудь, хоть кубик, хоть что-нибудь. Плохо в этом мире прям кидали. И воспоминаний сразу два, и записок много. Баночку нам оставили. Ну что ж. Вот теперь, я думаю, можно закончить. И
и начнем потихоньку в следующий раз проходить и собирать сигилы для башни. Здесь раз, два, всего два. Ну ладно. До скорой встречи. Всем спасибо. Пока.